father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Итак, приветствую, дорогие друзья. Некоторые подписчики моего канала просили, чтобы я сделал какое-либо интересное видео про CSGO. Как недавно я наткнулся в интернете на статью о том, как открыть одно достижение. Оно вроде бы кажется легким, но, с одной стороны, тяжеловато. Достижение называется «Погоня за призраком». То есть нужно остановить последним террористом, отвлекающий, разминирующий спецназовцем до взрыва. Как открыть это достижение? Очень легко. Я сейчас вам покажу. Оно у меня вот, я его открыл буквально недавно. Вот. Нажимаем «Играть», выбираем «Одиночная игра», «Обычный» и выбираем карту «Инферно». После того жмем «Создать», так, среднюю сложность. Нажимаем «Начать матч». Если вы сейчас будете внимательно смотреть и выполнять все, как я объясню, то вы полностью с первого раза откроете достижение. Я его открыл лично со второго, так как... Так. Итак, выбираем террористов. Первая команда. Прописываем в консоли. Бот. Кик. Кикаем всех ботов. Так, теперь прописываем бот от КТ и прописываем MP-C4 Time 20 и покупаем одну флешку. Побежали. Так, нет, стоп. Бот от КТ. Вот, все. Покупаем одну флешку. И бежим на мид. Бежим на мид, нам нужно встретить бота, кинуть ему флешку, но при этом не стрелять в него. Позже убежать от него, поставить плент и не дать. Кидаем ему флешку. У нас он не попал, отлично. Пока он там в замешательстве, где мы и как. Мы бежим, по-быстренькому ставим наш плент C4. Так, приземляемся на краешок. Поставили мы плент и прячемся. Ждем, пока он подойдет минировать плент. То есть нам нужно не дать ему сминировать плент. И мы откроем достижение. Вот он начинает минировать в коленко. Видите, он убегает. Все. По сути дела, вы должны будете открыть достижение, но оно у меня уже открыто. Вот что я вам хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.